Да, я еще раз всех приветствую. Зовут меня Ольга Каурова. Мы в нашей школе Business School Online. И сегодня мы с вами говорим о том, как получить полный контакт в такой социальной сети, как ВКонтакте. Это удивительный сервис, который сегодня хотелось бы вам раскрыть так, чтобы вы начали прямо с самых-самых азов. И сегодня мы с вами поговорим, почему именно соцсеть ВКонтакте. Мы с вами пройдемся по оформлению страницы ВКонтакте от А до Я. Правильную рассмотрим такой вопрос, как правильная подача информации, о чем и как писать. И я планирую, что мы за 40 минут с вами спокойно уложимся. Я даже еще планирую, что у вас останется время, чтобы задать мне какие-то личные вопросы. На следующем тренинге мы уже пойдем от простого к более сложному, и там с вами уже разберем поиск потенциальных партнеров и привлечение трафика, и рассмотрим инструменты, которые можно будет применить для автоматизации продвижения своего бизнеса именно, и рассмотрим некоторые секретные ресурсы, о которых знают немногие. Я хотела бы сразу остановиться, вот почему именно ВКонтакте, потому что это огромная-огромная аудитория. Вы видите здесь цифры, которые я взяла прямо вот сегодня с официальных источников, это более 97 миллионов человек. Это ежемесячно 97 миллионов. Вы представляете, это огромная страна. И вот 5 миллиардов, миллиардов сообщений отправляются каждые сутки. Вы представляете, это активная аудитория, которая использует встроенные мессенджеры. Это 82 миллиона человек. 77% аудитории, они установили это приложение, такое как ВКонтакте, к себе на мобильные устройства, используют их на телефонах, смартфонах, айфонах, на планшетах. То есть это, опять же, находясь в дороге, в пути, они постоянно находятся с вами на связи. И это 1 миллиард отметок в сутки, где люди все равно кликают на что-то и ставят отметки «нравится». Более того, в мире ВКонтакте занимает пятое место среди самых посещаемых сайтов. Вот эта соцсеть, она содержит огромное количество вариантов, как можно через эту соцсеть привлекать партнеров. Мало кто до конца знает и понимает, что это шикарная социальная сеть, которая вам может стать активным помощником. Более того, там можно очень многие действия автоматизировать, и там очень легко просто познакомиться с любым человеком и нормально, легко с ним общаться. Самое главное, на что мы с вами должны будем обратить внимание, какие опорные точки являются, если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о том, что вы хотите использовать эту социальную сеть не просто для какого-то личного дружеского общения, а для бизнеса, то вы должны понимать, что очень важно то, как вы выглядите, то есть как вы показали себя, как сформировался ваш личный бренд и как вот эта страничка повышает доверие к вам. Поэтому очень важно обратить на такой момент, как качественное оформление личной страницы, качественное ее наполнение. И обязательно надо понимать, что для продвижения бизнес-предложений у вас должны быть группы. Вот это вот наличие группы, наполненной качественной полноценной информацией, тоже немаловажная опорная точка. Важно уметь, конечно, правильно вести диалоги. Я уже говорила на прошлом тренинге, еще раз хочу повториться, никогда никому сразу в лоб не предлагайте свой бизнес. Ищите другие варианты общения. Один из них мы вам как раз на прошлом тренинге четко и ясно обозначили. Вы должны понять, что в этой сети, если вы наполняете свою страничку, свои группы интересными постами, и которые появляются все-таки не реже, чем хотя бы 1-2 раза в неделю, тогда люди вас воспринимают как живого человека, как действительно человека, который здесь присутствует, который ведет какую-то активную жизнь, в том числе социальную жизнь. И поэтому вот на эти моменты хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Поэтому сейчас мы с вами быстренько пройдемся по таким моментам, как оформление личной страницы. Это вот аватар, статус, настройка профиля, стена, фото и видеоальбомы, интересные страницы и личные данные. Я не буду сейчас останавливаться на таком моменте, как регистрация ВКонтакте. Я надеюсь, что любой из вас, если наберет vk.com, он попадет на вот такую вот страничку. Но здесь совсем все очень просто. Если читать, то все написано. Заполни
выполни просто все действия, и у вас появится своя личная страничка. А вот что и как дальше делать, я сейчас покажу. Так вот, когда у вас создана страница, очень важно обратить внимание на оформление вот этой личной страницы. Лично я, когда захожу в ВКонтакте и вижу чьи-то страницы, я могу сразу сказать, вот человек бросает ссылку на бизнес, я захожу к нему на страницу и сразу ухожу, только потому, что этот человек для меня... Ну, неопытен, не профи. Я пойду только за тем человеком, который может себя действительно правильно и, скажем, с учетом своих лидерских позиций показать, то, как оформлена его страница, является очень-очень показательным таким фактором, достаточно одного взгляда. Так вот, хотелось бы сразу обратить внимание, у вас должна быть очень хорошая, качественная фотография. Я вам показываю сейчас свою, конечно, это не факт, что это супер-супер замечательный вариант, но это образец того, что это не должна быть какая-нибудь дача, какие-нибудь там застольные такие фотографии, где вы это, может быть, хорошо получились, очень красивое выражение лица, которое вам нравится, вы так фотогеничны, но на фоне вас, скажем там, на заднем фоне, какая-нибудь такая не очень благоприятная, не бизнес, скажем, фон. И это очень важно. Не должно быть никаких там игрушек, каких-нибудь там разбросанных вещей. То есть вы должны понимать, ваша фотография – это первое, что видит каждый человек, когда заходит на вашу страницу. Будь это, кстати, ВКонтакте, будь это Facebook, будь это Одноклассники там или это YouTube, где бы вы ни были, в том числе Skype, где бы вы ни были в социальных сетях, ваши фотографии, желательно, чтобы это была еще и одна и та же фотография, дабы вы были узнаваемы в любой соцсети, чтобы ваш образ был просто узнаваем. То, как вы выглядите вы на фотографии, а должна быть и доброжелательность, но если кто-то любит строгость, можно, конечно, показать строгость, что вы, может быть, такой супер очень строгий бизнесмен, но, конечно, лучше всего ценится это, когда человек доброжелателен, когда он с улыбкой. И если вы любите путешествовать и где-то находитесь, может быть, у вас есть естественный, вот у меня специально подставленный фон, а вы можете сделать просто где-то, если вы отдыхали, у вас есть качественные фотографии, именно качественные, четко. Есть фотографии, которые, может быть, и хороши, но размытость, это тоже говорит о вашей непрофессиональности. Поэтому выбираем только хорошие, высокого качества фотографии. Если у вас таких фотографий нет, тогда попросите кого-то, найдите какой-то фон. Все обычно советуют вообще сделать фотосессию у профессионалов, но если у кого-то сейчас очень сложное такое финансовое положение, перед Новым годом копит там своим родным на подарки, вот, то можно просто-напросто выбрать любой какой-нибудь фон. Зайдите в гостиницу, в ресторан, выберите какой-нибудь там шикарные шторы, шикарное окно, вид из окна. И попросите кого-нибудь вас сфотографировать. Просто-напросто сделайте несколько кадров, и этого будет достаточно. Но при этом вы должны еще и выглядеть довольно респектабельно. Вы не должны быть в каких-нибудь там тренировочных костюмах, в каких-нибудь там в домашних халатах или, не знаю, в каких-то таких футболках. Вот это все исключено, если мы говорим о том, что если мы используем ВКонтакте для бизнеса. Поэтому ваша страница – это ваше лицо. И обязательно хочу вот обратить внимание на этом же слайде. Это указание статуса. Вот вы видите, что слева моя фотография, потом идет справа от фотографии – это мое имя и фамилия. И под именем и фамилией вы видите фразу, что даже новичок, выполняя все мои рекомендации, собирает команду в свой бизнес от 30 до 100 человек в первый месяц. Я не соврала. Абсолютно вот четко, если человек действительно выполняет все мои рекомендации, врать в любом случае нигде не надо. Но если человек идет со мной по шагам, я вас уверяю, у меня новички приглашали более чем 30 человек за месяц. Это в первый месяц, не владея особо инструментами или еще чем-то. Но самое главное, что здесь сказано, да, что даже новичок, это значит человек без опыта, там отпадают все вопросы. Ко мне приходят ВКонтакте, но как минимум, это самое-самое такое вот пессимистичное, если взять вариант, хотя бы один человек ВКонтакте, но на меня выходит на связь, пишет мне какие-то сообщения и пытается со мной переговорить. Только потому, ссылаясь, что увидел мой вот такой статус ВКонтакте. Это очень важно. Смотрите, 30 дней
у нас в месяце. Если по одному человеку к вам будут звонить, и вы будете общаться, и вы еще и умеете, если общаться, то считайте, 30 человек у вас уже обеспечены только из одного ВКонтакте. Ну и кроме того, конечно, у меня здесь указан мой лендинг, куда человек переходит и еще подкрепляется какой-то информацией. Вы видите, что у меня здесь 3000 друзей, и сейчас политику изменил ВКонтакте. Он сейчас стал ориентироваться и продвигать страницы ВКонтакте не по друзьям, а по подписчикам. Поэтому остальных теперь, кто ко мне добавляется, я вам даже вот сейчас покажу, чтобы вы наглядно это увидели, что те, кто ко мне вот сегодня, например, вот пока вот мы разговариваем, у меня тут наверняка появились. Вот видите, пока вот разговариваем, кто-то что-то уже на стене кликнул, что-то вот им понравилось. Это очень важно, чтобы ваша страница была наполнена так, чтобы люди на вас реагировали, какие-то ваши посты им нравились. Вот заходим в друзья, вот 25 человек у меня добавились. Вот перед тем, как начинать с вами встречу, я практически всех добавила. И вот новые вот заявки в друзья в правой верхней части. Мы видим, здесь все написано доступным языком. Если вы просто почитаете, то даже и тренинг не нужен, здесь все будет понятно. Но если раньше я давала вам скрипт для того, чтобы сразу автоматически вот сидеть не вручную, тут не щелкать, а сразу ввести в адресной строке браузера скрипт, и он сразу всех добавлял в друзья. Сейчас, пока скрипт новый еще пишем, я вынуждена вручную вот пройтись и прокликать всех, кто ко мне добавляется, но теперь не добавляю в друзья, а кликаю «Оставить в подписчиках». Это связано с тем, что ВКонтакте изменил вот свою систему. Когда кто-то вводит какой-то запрос, он теперь ориентируется на наличие подписчиков. Раньше ориентировался на друзей, сейчас вот все наоборот. И теперь мне попадаются некоторые бизнесмены, у которых 8 друзей, но 3000 подписчиков, и прямо удивляешься, как быстро люди создали новые страницы и быстренько переориентировались. Вот то же самое, по сути дела, сделать надо нам. Но сам факт, то, что обращайте внимание, что нужно именно оставлять в подписчиках. Видимо, я их всех не докликала, кто тут у меня появлялся. Вот такая вот краткая информация. Это то, что касается аватара и вашей статусной строчки рядом с аватаром. Здесь сейчас вот у нас, вы видите, в левой части видно, что у меня 10 сообщений. Друзья, у меня исчезло оповещение. Группы, в две группы меня куда-то вот там приглашают. Еще один такой момент. Вы обязательно должны зайти в настройки и показать все свои данные. Вот смотрите, если мы находимся с вами на нашей страничке, у вас обязательно появится, когда вы только зарегистрируетесь, фотографии нет. Если вы уже зарегистрированы, значит, здесь стоит фотографии, тогда у вас в правом верхнем углу над стеной показывается ваше имя и фотография. И рядом с фотографией есть маленький небольшая стрелка, куда, если кликнуть, мы можем нажать «Настройки» или «Редактировать». Если нажимаем «Настройки», то обратите внимание, надо пройтись по каждому практически пункту, особенно самый первый. Это общая безопасность, приватность, оповещения и настроить. И также очень важно зайти в «Редактировать» и настроить все необходимые поля для того, чтобы вы показали свою, ну, что вы живой человек, что вы настоящий человек. И кроме того, обратите внимание, очень важный момент – это привязать еще свои Instagram и Facebook. Как это сделать? Здесь вот есть кнопочка «Интеграция с другими сервисами». Тоже вы все, в принципе, увидите. Если кому-то где-то что-то, сложность возникнет, и он не сможет найти ответы на свои вопросы в нашем таком огромном библиотечном фонде, как интернет, Google в помощь. Если вдруг не находите, где, как, что сделать, то, пожалуйста, обращайтесь. В любом случае, у нас есть с вами чаты, где вы можете задать вопросы, мы обязательно вам подскажем. Если потребуется, опять же, видео, то запишем. Вот здесь я как раз показываю о том, что обратите внимание, что по таким опциям, как общая безопасность, приватность и оповещение, обязательно необходимо пройтись. И вот эта кнопочка в правом верхнем углу, я здесь ее показываю. То есть пройтись по настройкам. В предыдущем слайде я вам показала, что это настройки, и редактировать для того, чтобы обязательно обратить внимание на привязку таких соцсетей, как Facebook и Instagram. Все, что у вас появится на основной странице, это называется «Моя страница». И все, что будет находиться под тем, где вот показать подробную информацию, там, где
у вас вот друзья, где вот фотографии будут. И все, что ниже, начиная со строчки, где что у вас нового, и дальше пошли вот записи. Это называется стена. Там, где размещается ваша основная информация. Вот на этой стене вы в любой момент всегда можете, нажав на, ну, просто кликнув мышкой там, где вот написано, что у вас новое, это обычно под фотографиями, и начинать писать какой-то текст. Как только вы начинаете писать текст, у вас курсор становится вертикальным, у вас активируются такие опции, как добавить фотографию, добавить видео, добавить музыкальный аудиофайл. И если нажать на еще, раскроются опции. Это документ, можно, например, вордовский, презентация обменяться. Может быть, это какой-то текстовый файл. Можно, в принципе, обменяться очень много чем. И даже установить таймер. Вы можете свою публикацию запланировать. Вот, скажем, у нас с вами следующая встреча состоится в субботу. Вы знаете, что в субботу время, правда, мы сейчас не уточнили, но, скажем, вот через несколько минут вы узнаете точное время. И вы можете заранее, сегодня уже, прямо после тренинга, взять, создать какую-то картинку или же сделать, просто напечатать на клавиатуре, какой-то набрать текст, что приходите такого-то числа на наш тренинг по продвижению в интернете. В школе даются просто базовые знания, которые будут легко даваться даже новичку. Ну, это вот, предположим, сейчас вот тут из головы что пришло. Вот. И вы можете таймером воспользоваться для того, чтобы запланировать, чтобы это появилось ровно за 5 минут до нашего тренинга. И это очень эффективный инструмент. Если вы будете таким образом приглашать людей, я об этом приеме, конечно, еще вернусь на одном из наших уроков, но поверьте, таймер – это шикарная вещь, которая привлекает людей на вот такие вот встречи. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что куда легче пригласить людей просто на готовую встречу со спикером, с каким-то коучем, на какой-то вебинар, чем говорить сейчас о каком-то бизнесе. Очень трудно сейчас профессионально и грамотно донести информацию так, чтобы вот какое-то предложение о бизнесе было действительно услышано, и кто-то прям так отреагировал и пошел по вашей ссылке регистрироваться. Поэтому проще пригласить именно вот через такие соцсети на вот такую же встречу, как сегодня у нас с вами. И тогда народ, если вы еще и напишите, что бесплатно, приходите, эти знания никогда никому не помешают. То есть придумать можно очень-очень много фраз. И вот через этот таймер зарядить, даже еще раз покажу, как это в принципе легко делается, вот моя страница. И если я хочу что-то опубликовать, предположим, я какой-то текст набрала, и здесь, используя кнопочку «Еще», нажимаю на таймер и выбираю, когда, какого числа. В субботу это у нас будет 9 число. Предположим, это будет у нас по, ну, скажем, в 19 часов, 19:00. Вот, и могу сюда же подгрузить какую-нибудь картинку точно так же, да, предположим, что-то мне там очень понравилось, ну, возьму саму себя. Вот, и на этой картинке, вот эта картинка и вот этот текст, если я сейчас поставлю в очередь, она опубликуется. А лучше опубликовать не ровно, а прямо вот за несколько минут до начала встречи. Это отработанный такой прием, очень известный многим, конечно, за 5 минут, а еще лучше даже за 3 минуты, где вот взять и написать, заходите прямо сейчас, не упустите возможность бесплатно получить, заходите прямо сейчас. И это работает просто шикарно. Зато с этим человеком, кто у вас откликнется, кто у вас зайдет, вы еще и сможете списаться, вы можете в конечном итоге, если еще и вот здесь напишите мне о своих впечатлениях, ну, не буду сейчас это все набирать, чтобы время не тратить, в очередь поставили, и вот эта публикация появится именно в субботу в 18:57, но в данном случае у меня появится, мне надо выбирать московское время, у меня привязан Красноярск, поэтому покажет по красноярскому, поэтому если привязываться к Москве, надо писать 14:57. И вот если я поставлю в очередь, да еще и на картинке, если будет бесплатно, спешите получить эту информацию. Вам даже не надо будет никому ничего сообщать. За вас работает вот этот вот робот, который встроен в эту социальную сеть. Он сам разместит вашу публикацию в необходимое время. Вам только нужно будет пожинать потом плоды от тех, кто примет участие, списаться с теми, кто к вам откликнется. Если вы еще и попросите их именно отозваться и написать. Можно здесь вставить еще и опрос. Кто принял участие, кому понравилось. Здесь тема опроса,
что-то написали. Здесь варианты ответа, понравилось, не понравилось, другой вариант. И отправили тоже. И это все опубликуется именно вот в это же время. То есть вариантов здесь очень-очень много. На самом деле, для того, чтобы очень активно работать с аудиторией и привлекать каким-то образом. То есть вот здесь вот я показываю как раз на этом слайде о том, что главное, вот напишите несколько слов, всегда можно подкрепить картинку. Я вот здесь показала, что я еще и встроила музыкальный файл. И когда сегодня готовилась к нашей встрече с вами, вот он получился, этот пост. Называются они постами во всех соцсетях. И подгружен еще плюс музыкальный аудиофайл. Но это может быть, кстати, ваше голосовое сообщение. ВКонтакте позволяет передавать еще и голосовые сообщения. Вот у меня вот эта публикация, она мне очень нравится. И когда я ее сегодня размещала, то я, конечно, сделала закрепление. То есть, смотрите, она размещена сегодня в 16:21. Это размещена позже. Но, по идее, все публикации, они что разместились, они сразу встают наверх. Но та публикация, которая мне очень-очень понравилась, вот если я ее открепляю, то в правом верхнем углу есть возможность закрепить. Я хочу, чтобы эту публикацию у меня видели в первую очередь. Вот смотрите, она размещена. И вот уже 6 человек из моих, она же появляется на стене у всех, кто у меня сейчас в друзьях. Вот 3000 человек увидели вот эту вот информацию. И причем это бесплатно. Ребята, вы учтите, что эта информация, вот использовать бесплатный вот этот вот сервис, его бесплатные возможности, но грех проходить мимо. И даже несмотря на то, что у меня в Украине очень много сейчас партнеров, у меня за редким исключением, кто не решается использовать ВКонтакт. Они все равно продолжают использовать эту соцсеть, понимая, что здесь просто активная, очень активная наша целевая аудитория. Здесь находятся люди, которые готовы и платить, и откликаться, и готовы идти вместе с вами одной командой. И вот видите, даже кто-то сделал репост, то есть отправил к себе на стену. Вот таким вот образом на стене у вас должны появляться какие-то обязательно посты, причем такие, чтобы они были интересны другим людям. И вот как видите, есть у меня на стене и фото-видео альбома, и эти видео-фото-альбомы, вот они сюда, если мы заходим. Кстати, они видны и на моей странице сразу же под там, где вот наша аватарка, где наш слоган, где наши основные информации. Здесь есть вот показать подробную информацию. Здесь у меня все буквально заполнено. Я открытый человек. Меня всегда можно найти. И вот мои фотографии, они здесь есть. Сразу же там, где вот показывается статистика, сколько у вас друзей, подписчиков, фотографий. И с левой стороны они тоже у вас присутствуют. Всегда можно посмотреть ваши фотоальбомы. Эти фотоальбомы на самом деле сами собой классифицируются. Они есть вот фотографии с моей страницы. Это то есть то, что я размещала в качестве своей аватарки. Те фотографии, вот, что у меня сменялись, я периодически их, видите, меняю. И вот они сохраняются в такой отдельный альбом. То, что я размещала как свои публикации, все свои фотографии с моей стены, можно посмотреть их, тут очень много, то есть найти и пролистать все, что есть на моей стене. И то, что я сохраняла, когда я смотрела чужие какие-то странички, у меня есть друзья, я периодически захожу кому-нибудь там, например, гуляю, вот очень горжусь там, например, у Вячеслава Еретина, всегда можно найти столько много интересного, у него такая замечательная страничка, очень позитивная, очень, я прямо вот очень часто у него беру какую-то информацию, потому что что ни глянь, все интересно. То есть всегда можно найти информацию, гуляя по страничкам своих друзей. В данном случае у меня их вон сколько, кого хочешь выбирай. Но важно то, в какие сообщества вы вступили. Это тоже обращают люди, они заходят, когда на вашу страницу, они обращают внимание, в каких группах вы состоите, и они зайти в сами группы ваши не могут, они видят это все на вашей личной странице, когда заходят, у них отражаются интересные страницы. Вы услышали меня, да, что наполняем информацию интересными постами, такими, которые будут привлекать ваших читателей, ваших потенциальных посетителей и в том числе ваших потенциальных партнеров. Мы сегодня вот быстренько прошлись, что такое ВКонтакте, как ее оформить, но уже сказала вам, что главное — это позитив, который вы показываете
говорите на своей страничке. Чем она позитивнее, чем она у вас больше содержит какой-то информации, которая нравится другим людям, вот тем больше будут внимание обращать именно на вас. И когда среди этой информации появится и какая-то ваша деловая информация, то это тоже будет работать на вас. Теперь про следующий наш тренинг. Так как у нас времени осталось совсем немножко, мы с вами поговорим о том, как правильно искать партнеров, как привлечь к себе наибольшее количество вот этих вот друзей, как найти возможность, чтобы ВКонтакте выдавал вас в поиске на первой позиции, как продвигаться и автоматизироваться, и рассмотрим еще некоторые нюансы, которых знают не все. Но хочу предупредить, это будет закрытый тренинг только для учеников, вступивших в нашу школу, имеющих право на бесплатное обучение. Право на получение наших программ, сервисов, знания о том, как их настроить, как не потерять свои аккаунты. То есть, если вы не умеете приглашать, у нас есть в школе возможность предоставить вам альтернативные варианты, предоставить вам набор сервисов и программ для автоматизации вашего бизнеса. И вы, использовав более чем, в настоящий момент даже более 40 лучших инструментов по автоматизации, вы научитесь делать собственные деньги. И вы получите такой результат, что партнеры сами будут проситься в вашу команду, вам практически только останется общаться. И, конечно, каждому нашему ученику мы дадим возможность получить собственный личный лендинг. Бесплатно будем обучать ваших партнеров, у вас экономится масса времени. Вы сами будете обучаться, и плюс ваши партнеры будут обучаться. И хотелось бы вам дать, конечно, домашнее задание, чтобы ко вторнику вы постарались все-таки, у кого уже есть странички ВКонтакте, значит, их оформить, если у кого нет, зарегистрироваться и качественно оформить свои личные страницы ВКонтакте. Ну и наполнить стену какой-то позитивной информацией, вступить в интересные группы, которые вам близки и понятны, найти не менее 40 новых друзей. В сутки не более 40 можно добавлять, потому что если больше, то ВКонтакте просто заблокирует ваш аккаунт. И создать свою первую группу. Группу можно создать по видео, у нас есть подготовлено. Мы сейчас дадим вам в чат ссылочку, и вы сможете посмотреть о том, как создавать группу. Значит, теперь ваши вопросы, сколько успеем, отвечу. Сразу хочу сказать, что когда мы проводим такие школы, нас всегда спрашивают, как попасть в нашу школу и участвовать в бесплатных тренингах. Тренингах мы всегда отвечаем. Вот вы же каким-то образом попали сейчас сюда на наш тренинг, да, поэтому обращайтесь к тому человеку, который дал вам ссылку на сегодняшнюю встречу. Может быть, это вы в соцсети нашли, может быть, это вы нашли в скайпе, может быть, это вам кто-то по вайберу или смс-кой прислал, может быть, просто кто-то поговорил с вами или, может быть, дал ссылку на видео. Обратитесь к этому человеку, он вам расскажет и подскажет, как попасть в нашу школу. Все подробности конкретно мы даем, все нюансы, все бесплатные. Бесплатные наши тренинги, которые мы даем вот возможность почувствовать, что у вас есть конкурентные преимущества, вы все это получите на наших вот этих вот бесплатных тренингах. Поэтому до новых встреч, жду ваши вопросы конкретные. Сейчас бросаю вам ссылочку на видео. Оля, можно вопрос? Пока? Да, конечно. Пока время, у нас есть минуточки. А вот эти вот посты можно загружать с любых социальных сетей, брать информацию? Ну, у кого-то из конечно. С любых ресурсов, да, можно брать? С любых ресурсов можно брать. И, например, если это телефон, вы на телефон фотографию с Фейсбука сохранили, или видео какое-то, да, или там анимированную какую-то картинку. И вы можете там же из галереи в своем айфоне, телефоне поделиться так, чтобы она разместилась у вас ВКонтакте. Через мобильное устройство вообще очень легко делается. Если у вас приложение установлено и ВКонтакте, например, и Фейсбук между друг другом, или через WhatsApp, там, через Viber, через вот любой мессенджер легко очень поделиться сразу ВКонтакте. Я использую постоянно свои мобильные устройства. Нажимаешь «Сохранить у себя» сначала, да, вот эту же картинку, а потом нажимаю «Поделиться ею ВКонтакте». И вот так вот они у меня часто появляются. Хорошо, надо учиться, надо работать и больше практики. Да, мы практику с вами проведем, опять же, для партнеров. Вот я почему сегодня и говорю, что те, кто наши уже партнеры в школе, те, кто уже имеют, да, у нас конкретно зашли там в краудфандинг или в Omni, вы имеете возможность вообще бесплатно консультироваться. Ваше время будет сэкономлено. Вы можете даже не тратить время на поиски на интерактивной библиотеке, да, потому что если запрос сделали, выскочит огромное количество видео, растеряются глаза. Какое из них посмотреть?
посмотреть. Мы всегда вам подскажем, и более того, у нас есть заготовки видео или уже готовые видео. Мы вам дадим ссылочку, и вы посмотрите, потому что не все видео мы выставляем, есть закрытые для партнеров. На самом деле, поверьте, это очень легко. Вот если вы научитесь раз в неделю хотя бы вот взять и запланировать 1-2 публикации, это не так много. Если вы совсем-совсем неопытный пользователь, вы 1 час потратили, но вы сделали 2 заготовки, одна, например, пойдет в среду, другая в выходной день. Вот с помощью таймера, который я показывала, вы можете запланировать так, чтобы они сами вот разместились. И потом только через неделю к этому вернуться. Все. Но самое важное, что ваша страничка живая, что она покажет вас, как будто вы там были, что вы не асоциальный такой лидер, если мы говорим о том, что вы хотите же привлечь все-таки партнеров, каких-то, развить свой бизнес. А везде, я уже говорила, алгоритм один и тот же, да, инвестируй и плюс привлекай команду. Поэтому вот это все вам просто принесет огромную-огромную пользу, и вы будете тратить минимум времени на это. Это очень легко. Главное начать. Поверьте, что самое трудное всегда это начать. Сделать вот этот шаг, и когда в систему это войдет, например, 1 раз в понедельник вечером, понедельник день тяжелый, и вот в этот день себе еще дать такую задачу, не оставлять это на выходной, потому что хочется там отдохнуть, а сделать это в понедельник. И тогда это у вас войдет просто, ну, в какую-то систему, и вы почувствуете, что это несложно. А тем более мы с вами дальше еще, вот кто вот наши партнеры, мы покажем вам, как использовать роботов, которые вы можете зарядить хоть на 3 месяца вперед. Вот, и в конечном итоге это все само будет размещаться, вы поехали себе отдыхать и даже и не вспоминаете про этот ВКонтакте. А он за вас там берет, все публикует, да все такое интересное, все хорошее, такое, что людям нравится. Я была рада с вами увидеться. Пишите, пожалуйста, в скайп-чатах вопросы. С вами была я, Ольга Каурова. Жду ваших вопросов и до следующей встречи. Пока-пока. Спасибо, Оленька. Спасибо. До свидания.